Телеканал КРТ представляє. Югославські війни стали найбільш кровопролитними в Європі після Другої світової війни. Це безперечно, майже на всіх територіях усіх нових державних утвореннях, окрім Чорногорії, були воєнні конфлікти. Наймасовіше вбивство в Європі після 1945 року стала різанина в Сребрениці у Боснії. 7-8 тисяч боснійських мусульман вбито у 1995 році. А скажіть, будь ласка, чому такий прояв конфлікту? В Боснии? Ну, Босния – это такой взрывоопасный материал, с которым нужно обращаться очень осторожно. Для этого должны быть мудрые люди и внутри страны, и вовне. И когда вдурь прут местные, то кто-то должен сказать: «Ай-яй-яй, вы знаете, что было раньше? Посмотрите, вы знаете, что было в другой стране?» И предложить проекты выхода из ситуации. И, казалось бы, в начале 92-го года такой проект был. Да, создаем локальные коллективы, да, да, такие громады, в которых в одной будет большинство у сербов, в другой будет смешано сербско-мусульманское, в третьей смешанное хорватско-мусульманское. И затем нужны зонтичные структуры, как это удержать вместе. И мы вам еще денег дадим. Если не хватает чего, то пришлем, как потом сделали, немецких полицейских, британских судей, австрийского верховного, как его сказать, ну, управляющего почти что в должности монарха. Но для этого у Запада должна была быть, раз уже Советский Союз отсутствовал, он не мог себя вести достойным образом, потому что решали уже все, исходя из своих собственных проблем. Да? А вот здесь на местах не хватает разума, тогда кто-то говорит: для того, чтобы избежать конфликта, давайте-ка будем решать по-умному. И несколько вариантов. Но слишком много хотели развалить все это. Мусульманские деятели, мусульманские революционеры, муджахеды там и другие хотели получить первую европейскую мусульманскую страну. А в Соединенных Штатах... Они загинули. Они загинули, но многие остались. А Соединенные Штаты подыграли в этот момент мусульманам. Можно изучить соответствующую литературу западную, как в Европе вот этого ежа под ее мягкое подбрушье подбрасывали. То же самое, что и потом с Косово. Потом будем расхлебывать, потом поймут: ай-яй-яй, так не надо было. Как в свое время президент США Обама сказал: да, вот Ливия – это моя ошибка. Так вот, кто-то может сказать, Клинтон, слава Богу, в здравом уме, может подумать и сказать: да, там был целый ряд ошибок и его, и предыдущей администрации по Югославии. Я, опять же, не хочу снимать ответственность местных элит, но если они примитивные, стали примитивными, они на великолепном уровне могли решать международные вопросы. Югославия помогала решать различные конфликты, о которых Руслан Бортник упоминал некоторые из них. И во многих других странах. И сейчас еще сохранилась эта элита. Но тогда пришли к власти похлеще нашей зеленой поросли, да, которые принимали совершенно неадекватные решения. Опять же, призыв к мудрым людям мира. Опомнитесь, в ситуациях такого конфликта, как в Югославии или как сейчас в Украине, должна быть большая мудрость и должен быть баланс. Нельзя использовать этих людей и эту территорию просто как орудие против соседа или против какой-то идеологии. Тогда слишком многие боялись старой идеологии, вот того демократического социализма. Социал-демократия шла на спад. И боялись большой восточноевропейской самостоятельной, еще с имперскими амбициями державы. И пустили это на самотек, а иногда подталкивали в пропасть. Ну, такая сукупность факторов. Я бы хотел задать следующий вопрос Руслану Бортнику. Войны, которые начались в период распада, первая фаза войн, период распада Югославии, насколько они не могли закончиться самостоятельно, что пришлось, обходя разрешение Совета Безопасности ООН, НАТО применить две довольно мощных, первых в истории в Европе, крупных операции, как обдуманная сила и объединенная сила, союзная сила. Надо ли было бомбить вот так города и принуждать к миру?
Сложно мне сказать, потому что я не был участником тех событий, не понимаю до конца логику принятия этих решений. Скажу так, что мне кажется, что все же НАТО выступило здесь стороной конфликта, а не посредником, не миротворцем, а именно стороной конфликта. И конфликт, конечно, был решен. Основная масса конфликтов на этом бывшем югославском поле были решены за счет интересов сербов. Мы это чудесно понимаем. Они проиграли эти оба этапа, и за счет их эта ситуация пока что, скажем так, решена, но не нормализирована. Потому что я в прошлом году был в Хорватии на специальной конференции по миротворчеству, где собирались министры обороны, министры иностранных дел того периода разных стран. И все участники конференции пока констатировали огромный потенциал для восстановления конфликта, который сегодня пока удерживается сильным Европейским Союзом и относительно сильным НАТО. Как только это внешнее влияние на этот регион оно уменьшится или, не дай Боже, пропадет, военное противостояние в регионе восстановится в той или иной мере. Мы должны в это понимать, конфликт не завершен. Ну, так считают те люди, которые там работают. Они много чего интересного рассказали по опыту урегулирования. Но между тем, чем были опасны и чем страшны были балканские войны, что это были войны за территории, не за людей. Вот есть два разных типа конфликтов. Есть типы конфликта за контроль над людьми, над определенным народом, цивилизацией, системой социальной. А есть конфликты над территориями. Этим и обусловлена такая резня, которую мы наблюдали во всех югославских конфликтах в том числе. Это был конфликт за территории. В силу того, что Югославское королевство и Союзная Республика Югославия длительное время проводили политику унификации, они сливали разные этносы, разные культуры воедино, границ между ними четких не было. И, соответственно, был огромный потенциал, у каждого была своя историческая правда в отношении того, кто, что, где должен контролировать, кто здесь, где, когда должен жить. Эта проблема не решена до сих пор, и те границы, которые есть в современной Югославии, они, скорее всего, временные с точки зрения исторического такого-то, знаете, цивилизованного будущего, этот конфликт может восстановиться. Похожая ситуация и в Украине в какой-то мере существует. Но главное, что хочу еще сказать в этой ситуации, смотрите, в каждой резне, в каждом микроконфликте или конфликте на территории Югославии была своя спусковая точка. Где-то расстреляли какую-то семью, где-то напали на правоохранительных структур, где-то прошел какой-то матч. В каждом есть вот этот казус белли. Но в основе все же разворачивания конфликта лежит деградация государственных институтов, разрушение законности на определенной территории. То есть ситуация, при которой правоохранительные органы или не хотели, или не могли выполнить конституционные законные нормы, которые на то время существовали в этом государстве. И вот как только перестает существовать общественный договор, хотя бы частично на той или иной территории, разрушается ранее существовавшее общественное поле, сразу возникает конфликт, сепаратизм, и он оборачивается в полномасштабную войну, потому что вместо полицейского приходит армия, приходят комбатантские группировки. Так, и мы уже маємо переходити до власне... двох сценаріїв, які є, ну, таких умовних, звичайно, сценаріїв. От я хотіла б розповісти про «Буря». Таку назву отримала операція хорватської армії та поліції. І її результатом стала ліквідація невизнаної сербської країни, збунтованої території, яка не визнавала владу Хорватії. Як ви прокоментуєте? Було реалізовано два варіанти. Перший – це операція «Буря», коли при закритих глазах зі сторони європейських і міжнародних взагалі военных, которые полицейских сил, в том числе были украинские полицейские, там они мне рассказывали, как они вынуждены были закрывать глаза на то, что Европа дала отмашку хорватам, забирайте эти территории. Это был повторен опыт 1948 года в Палестине, когда говорили, что нужна земля без народа, но без массовых истреблений, как это было в деревне Дейр и Ясин. Тут специально спровоцировали отток населения. А если были мудрыми сербы, а может быть они оставили бы там все это население и лишь вывели вооруженные отряды оттуда, тогда очень было бы сложно международному сообществу реагировать так, как оно реагировало, что на пустые территории. Итак, первое. Земля без населения, которому дали возможность за пару дней
уехать оттуда. Ликвидировали вот ту де-факто самопровозглашенную республику. Но это было в Книне, на юге Югославии. А на севере, вот там, где Вуковар, за который долго воевали тогда, там была стратегия, я бы ее назвал так, компромисс с позицией силы. Уже поняли, что помощи ждать вот этим сербским сепаратистам неоткуда. Потому что поднял руки лидер Сербии, он рассчитывал, что его оставят живых. Но это был лишь первый этап разгрома Сербии. И там мирно более-менее интегрировались в Хорватию, но без всякой автономии. И третий вариант был, который сейчас для Украины фактически предлагают, это Минск-2. Интеграция при сохранении широкой автономии фактически на конфедеративных основах. Примерно как Гонконг или Макао в Китае. Но для этого нужно было проводить другие переговоры и другой вариант интеграции в Хорватии вот этих двух сербских краин. Ну и совершенно логично, что такие войовничі люди, как Юрій Луценко, вони кажуть, все, от треба повторити цю операцію «Буря» і вигнати всіх тих, як вони називаються, лугандони і інші. Да? Йому фактично нужна земля без людей. І працювати довго, сильно, напряженно і мудро не треба. Но совершенно другі фактори. Там не було рядом страни, которая стояла на защиті сепаратистов. Сербия слишком слаба, и при том это все было даже через Боснию, через ту территорию. Сербию додавили. Россию еще никто не додавил. Вот если бы Россия бы сказала, да-да-да, все, просто нас не трогайте. А, еще сейчас говорят, три американских бывших посла сказали, а давайте мы с них снимем санкции и чуть-чуть деньжат дадим. Да? Они на кого? Вот на это русское правительство и на тот русский народ рассчитывают. То есть, ну вообще, просто полный бред в отношении того, что ожидать от России, и второе, что ожидать от позиции украинских сепаратистов на Востоке. Они не согласятся на первый вариант. И на второй вариант никто их не разобьет, их бы лично бы разбили, если бы там были вооруженные силы европейцев, которые закрывают глаза на то, как будут выгонять то население. Но россияне введут свои вооруженные силы. Ну, просто реально, это реал-политик. Поэтому остается для Украины вот этот третий, нереализованный в Хорватии, вариант. Или еще четвертый вариант, пусть все будет как есть, время от времени перестреливаться, время от времени обмениваться пленными и удерживаемыми лицами. И так пару десятков или пару сотен лет мы будем существовать. Тем более, что нам один из бывших военачальников рассказал, что каждый год украинская армия освобождает, по-моему, 24 тысячи квадратных километров. За пару тысяч лет всю территорию смогут такими темпами освободить. Скажите, пожалуйста, может для Украины все же таки какой-то другой вариант подходит в решение конфликта у югославских, Украина, колишня Югославия? Скажите, пожалуйста, пані Катерина. Для України необхідно шукати власну модель врегулювання конфлікту, тому що ані боснійські, ані хорватські сценарії нам наразі не підходять. Відповідно, на підписання Дейтона чи на підписання навіть Вашингтонської угоди в 1994 році чи підписання Охридської рамкової угоди – всі пішли навіть не з заплющеними очима, а просто пішли, тому що це припиняло війни. Припинити в такий спосіб війну в Україні не піде ні Європейський Союз, ні Сполучені Штати Америки. Після всього, що людство пережило, уставши від війни і демагогії, давайте боротися за перемогу здравого смислу. Другого пути нет, всі війни закінчуються миром, а мир, як ви вже знаєте, он лучше.